Сегодня в рамках двухмесячных санитарно-чистки территории города состоялся общегородской субботник, в котором приняло, значит, более 1300 предприятий и учреждений. Задействовано у нас, погода хорошая, планируем, что сегодня по первоначальным данным работает более 45 тысяч, значит, жителей города Казани, подведомственных учреждений, учреждений образования, ну, исполнительного комитета, республиканские ведомства. Но мы планируем, что в рамках сегодняшнего субботника будет очищена территория, более 2,5 миллиона квадратных метров водозеленых зон, водоохранных территорий, на которые в последнее время мы делаем акцент. Также организована работа по паркам, скверам, вдоль дорог, очистки более, значит, запланированы в сегодняшний день более 1700 дворов, зеленых зон. Ну, погодные условия сегодня благоприятные, надеемся, что люди, жители и гости нашего города с удовольствием поработают и сделают наш город чище.